Насрать нам. Кто нас освобождал от того? У нас не было никого. Откуда отсюда? А что, если бы я дома сгорел бы с вещами, я посмотрел бы на вас. Никому похер. Я в ПСЕ не заехал. Все текало. Зачем вы нас снимаете? Чтобы смеяться над нами. Репортаж сделать, показать. И посмеяться над нами. Так все равно там вырежут. Ну как это? Ты знаешь, что мы думаем. Сзади стояли с автоматами и сказали говорить, что ей как все хорошо. И прекрасно в селе. Приехали освободители, дома нас освобождать. Людей, блядь, не стояло, что успели только никого сумку, не трогало, никого там не было вообще в том селе. То не надо было идти. Разделили сейчас бы мирно и все. Там тысячи погибли, что тех, что тех. За что? За сравнение села. Там 500 метров того села. За что я вообще не понимаю? Стой, от кого вы освобождались? Там никого не было. Вы все равно все повырезаете, правда? Не ага, правда. Но только у нас в регистратуре карточки. Тут вообще не ехала у нас Надежда. И что же, возвращаемся?